тут интересно, ну, каждый день всякие эстафеты, я люблю бегать. Мои друзья, они не гуляют, ну, почему-то они в лагере всегда, и я сюда прихожу, играюсь. Что может быть лучше продолжительных летних каникул? Только время, проведенное с пользой и в интересной компании друзей. Именно такое времяпрепровождение с 2003 года организуют для губкинских ребят сотрудники детской библиотеки. На ее базе уже 14-й год действует интеллектуально-познавательный клуб «Домовенок». Библиотечные мероприятия не ограничиваются стенами библиотеки. Подвижные игры и эстафеты проходят на свежем воздухе, на площади около здания детской библиотеки. В рамках клуба проходят летние чтения, которые активизируют у ребят интерес к книге, приобщают к культурному чтению, развивают детскую фантазию и творческие способности. В клуб «Домовенок» приходят ребята от 5 до 14 лет. Ежедневно мероприятия, проводимые специалистами детской библиотеки, посещают 10-15 девчонок и мальчишек. Спортивные эстафеты и игры на свежем воздухе устраивают для них каждый понедельник. В остальные дни недели проходят познавательные мероприятия, викторины и мастер-классы. Все в библиотеке нравится, потому что там интересно. Играть там, книжки читать интересные. Интересно и с пользой провести время ребенок может как самостоятельно, найдя себе занятие по душе, так и в составе организованной группы. Так, для воспитанников центра «Елена» работники библиотеки провели познавательное мероприятие с элементами викторины «Казачьему роду нет переводу». Я узнала много о казаках. Ну, как они живут, какие у них дома. В казачий круг можно поступать мужчинам только 17 лет присутствовать. Из мероприятия ребята узнали, что казаки очень серьезно относились к соблюдению традиций, обычаев, чтили праздники семейные и гордились историей своего края. После знакомства с историей и бытом казачества мальчишки и девчонки отвечали на вопросы, а затем состязались в силе и ловкости. Воодушевленные рассказами об удальстве казаков, ребята в спортивном азарте испытали на прочность канат. Итак, раз, два, три, поехали! На другом мероприятии дети, напротив, показали свою усидчивость и аккуратность. Вместе с сотрудниками библиотеки мастерили Нюшу и Кроша из мультфильма «Смешарики». Лицо, чтобы смотрело на тебя, и только аккуратненько, сильно не прижимайте, но надо так прижать, так что приклеилось. Хорошо? Давайте. И ты тоже самое делай. Хорошо? Вот тебе клей. Такая объемная поделка из бумаги выполняется в технике паперкрафтинга. Новое слово и работа с объемной аппликацией ребятам понравились. Впрочем, как и все мероприятия, проводимые сотрудниками библиотеки в рамках клуба «Домовенок». Екатерина Склюева, Денис Гонцов, Алексей Магин. Новости Губкинского.